24 июля в Пуэрто-Порталс на Майорке открылись гонки пятого этапа серии 52 Super Series. Всего в этом сезоне состоится 6 регат серии. Предыдущий этап в июне в Италии броненосец завершил с долгожданной серебряной медалью. Учитывая сложный старт сезона в этом году, сейчас, когда до окончания календаря остается 2 этапа, для команды очень важно сохранять стабильность и избежать грубых ошибок. С целью усиления состава в экипаже место тактика занял известный новозеландский X-Men, действующий обладатель Кубка Америки и победитель Volvo Ocean Race Рэй Дэвис. У Моргана Ларсена, который прошел с нами первую часть сезона, в качестве тактика были обязательства по участию в других соревнованиях. Так что эта смена не была для нас неожиданностью. Уверен, опыт и профессионализм Рэя только усилит наш экипаж. Известная своими стабильными ветрами Майорка пока не оправдывает ожиданий их сменов в полной мере. Флот из 9 лодок, которые представляют 7 стран, в первый день соревнований в Пуэрто-Порталс сумел провести только одну гонку, причем со второй попытки. Во второй день соревнований ветер несколько усилился и достигал 12-13 узлов. Удалось провести две гонки, по результатам которых команда «Броненосец» дважды была пятой. По результатам двух дней наша команда разделяет пятую строчку с немецкой «Платун». Ранним лидером зачета стала шведская РАН. За шведами-ветеранами класса идут опытные итальянцы Азура и часто поражающая своими результатами турецкая Провеза. Соревнования в Пуэрто-Порталс продлятся до 28 июля.